дорогие друзья, товарищи, девушки, мальчики. Вот смотрите, как мы заканчиваем процедуру такую. Покажу вам несколько вариантов финала, да? Как зафиналить. Значит, размяли ягодицы, спину, шею достаточно глубоко, жестко, тогда человек вот разгорячился. Но закончили мы это все на голове, да? Точки тут некоторые прожили акупунктурные. Прошлись по позвоночнику, вот, опускаем потом энергию, да? Вот важно ее опустить вниз. Дошли до крестца, немножко вот так вот прожали, провибрировали. Теплыми своими движками вот так вот бы дали почувствовать человеку, что мы здесь есть, что мы к нему с любовью относимся, и сбрасываем энергетику. Еще раз, ну, можно несколько раз пройтись, да, по позвоночнику вот туда, меняя захваты. Либо мы косичку делаем вот такую, плетенку, да, либо мы отжимаем мышцы от позвоночника, вот так вот, либо мы давим на позвоночник, да, но чередуя позвонки. Один за одним. Вот так вот, видите? Это мы вот тут вопрос был про остистоотростки, да, вот эти, которые были разбалансированы и сошли к ротации. Мы его подталкиваем еще раз. Еще дополнительно стараюсь выстроить этого дракончика ровно. Так что еще раз проходимся, обхватываем человека и вот захватывая ребра. Захватываю за живот, за грудину, там, да, вот стараемся. Как бы собираем всю энергетику вредную, плохую, да, и еще раз смахиваем. Энергетические каналы, вот они через всякие наши конечности, через локти тоже выходят. Поэтому так несколько раз можно смахнуть и сказать человеку: ос, можем вставать. В следующем ролике покажу второй способ финала.